Йоу, привет, дружище, добро пожаловать в Fortnite Battle Royale. Сегодня я для тебя решил поснимать охоту на Таноса, но прежде чем мы с тобой начнем, я хотел бы тебе показать отрывочек из одной каточки. Что будет, если в твой город приземляются люди в охоте за перчаткой и за самим Таносом? Это, конечно, было очень эпично, но настолько динамичной игры в голодных играх я еще не видел. Поехали посмотрим. Йоу, всем привет, братишки и сестренки, с вами, как всегда, Шиморо. Добро пожаловать в Fortnite Battle Royale. Мы продолжаем с тобой, братишка, охотиться на Таноса. Сегодня я поиграю за девочку-зомби и хотел бы получить крайнее удовольствие, в общем, от игры, ребята. Танос — это офигенный режим, в который я поигрываю теперь, и реально мне нравится. Знаешь, вот ничего плохого не могу сказать, прям получаю удовольствие от него. То есть хорошо, что есть такой режим, от которого ты реально кайфуешь. И, соответственно, надо получать удовольствие дальше. Спасибо тебе, как всегда, за поддержку. Fortnite, спасибо тебе за твой жирный, королевский, сочный, красивый, вкусный и самый лучший в мире лайк. А мы начинаем. Давай смотреть, что у нас здесь будет. Ёб твою мать, это весело, хуесело. Посмотри, как весело и интересно. Посмотри, как я могу строиться. Смотри, охуенно, да? Невероятно. Ну, это я просто после папка все удивляюсь от Fortnite, понимаешь? То есть здесь всегда все хорошо, весело и интересненько. Опа-на, нихуя! Понял, ты чё радостный, блядь? Ты чё, красивый, что ли, блядь? Чё, самый умный, что ли, блядь? Так, хорошо. А? Давай, маленький, блядь. Давай, понеслась, нахуй. Где ты, блядь? Давай. Нихуя тут людей. Здравствуйте, блядь. Еще. Ебать, парашютисты приземлились. Танос где-то здесь. Вон и Танос, перчатка. Ебать, жжет лазером. Боже мой, что творится-то, нахуй? Что ты здесь делаешь, блядь? Так, хорошо, бежим. Бежим. Забираем. Блин, тут что стоишь, блядь, здесь? Там Танос! Беги! Бегите, глупцы, блядь! Так, хорошо. Вот эта катка. Меня пиздим Таноса нахуй. Убиваем его до конца и забираем перчатку. Давай, петушок, блядь. Летел. Нет, меня здесь нет, блядь. Так, спокойно. Спокойно, уходим. Уходим. Там еще петушок, блядь. Везде петушки. Хули, не стреляй в меня, не стреляй, блядь. Так, мне бы подлечиться, хорошо. Фу, безопасность, охуя. Песоски, нет! Песоски, нет! Это было охуенно. Пидор. Всем привет, братишки и сестренки, с вами, как всегда, Шиморо, и добро пожаловать в Fortnite Battle Royale. Значит, продолжаю играть против Таноса. Сегодня я играю за тигриного льва. Значит, в Fortnite есть скин, называется Тигриный Лев. Ну, я его так называю. Как бы, я не помню, как он точно называется. Но, в общем, сегодня я хочу проверить, какой Мститель круче, блядь. Мститель Шиморо, который Тигриный Лев, либо Танос Хуянос. Вот, поэтому задача наша с тобой сегодня — выследить его, дать пизды, стать Таносом и дать пизды остальным. Ну, то есть, все довольно просто. Вот, видишь, какой скин охуенный. Мне так нравится, он так нравится. Смотри, Тигриный Лев настоящий, охуенный, смотри. Вот это скин как раз-то есть Тигриный Лев, вот что называется. В общем, давай с тобой пробовать получать удовольствие. Смотри-ка, нихуя себе, это синий дом. Такие места я называю синий дом, ребята. Смотрите, сколько заливок, просто заливайся полностью. Но все, что тебе дают, это только, блин, юмпочку. Так, радостно, охуенно, смотрите, Танос где-то там летит. Значит, пока мы будем с тобой добираться до Таноса, мы это делать будем не сразу. Как бы я тебе хотел рассказать один секрет, который я для себя прочувствовал в игре против Таноса, да, вообще в режиме с Таносом. Значит, не надо торопиться брать эту ебучую руку. Потому что рано или поздно тебя пизданут, маленький вонючий. Пиздюки. Надо брать руку под конец, когда остается 5, 6, 10 человек, понимаешь? Вот такую вот стратегию я для себя взял. Сейчас мы вот этого вот пизданем. Бегает там наверху радостный. Нихуя себе. Чувак, меня осколки летят. Хуёвый ты ремонт затеял, сосед. Так, хорошо. Красивый, молодой. Бегай там, прыгай, блядь. Бегает. Еще один бежит нахуй к нему. Ёб твою мать, здесь сейчас будут разборки нахуй. А мы будем внедряться в них, смотри-ка. Так. Нихуя себе! Нихуя себе! Форт решил поставить, да?
давай-ка мы прям на этот форт с тобой, блядь, и расканем. Не будем сейчас подстраиваться вот так вот. Давай вот здесь вот сейчас. Хуяк пиздык, смотри, и дай ему пизды. Где ты там, блядь, маленький? Где ты, блядь, радостный? Хуеть. Хуеть, бегун! Залитый, залитый в полочке. В полочке залитый, у меня нет больше оружия. Не люблю, когда такая тигриная ситуация происходит. Но мы ему нормально брони сняли. Мне нужна пушка любая. 22 патрика для того, чтобы добить. Черт побери, во и кавокаточка, блядь, а? Так, у нас ситуация крайне плачевная с тобой. Нам нужно что-то делать с этим. Петушня. Петушня. Ой, как там больно было, блядь. Здравствуйте. Так, еще один сбоку, сбоку. Бочина, 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 нахуй пошел. Охуели совсем, блядь. Просто убегаем нахуй эти застройки, пристройки. Просто убегаем, блядь. В улочку вливаемся. Давай, он не знает, где я. Он понятия не имеет, где я. Так. Так. Ну, петушня, наверху. Здравствуй, блядь. Чё, белый уже? Белый поплыл? Поплыл нахуй. Еще один. Еще один, блядь. Еще один, блядь. Давай, маленький. Кто сильнее, ты или я? Иди к папочке. Ах ты, сука! Обманул папочку. Ладно, давай. Я тебя тоже наебу. Нравится, блядь! Так, хорошо. Мне нравится хайдики просовывать, понимаешь? Это очень описательно, мне кажется. Так, делаем вот так вот. Доливаемся дальше. Доливаемся дальше. Блядь, чё? Блядь! Я кнопки сбил! Я кнопки сбил! В пизду редактировать постройки не могу теперь! Менять не буду, нахуй, сейчас. Все, короче, без редактирования построек мы играем. У меня уже была такая ситуация, я тут менял кнопочки себе, блядь, и у меня, походу, ЛКМ сбился. Ёбаный петушок. Так. Что у нас радостного? Дробовик фиолетовый, говно ебаное. Обоссанное не будем брать. Так. Мне помпа больше синяя нравится, кстати говоря. Это для тех, кто пишет... Шмур, ты пропустил одну вещь, Шмур. Шмур, ты ее не взял, ты пидор. Лошара. Почему ты не подобрал эту вещь? Почему ты так плохо лутаешь? Потому что у меня, блядь, другие предпочтения в луте, нежели чем у тебя, маленький. Мой хороший, блядь. Вот, я взял дробовик. Доволен? Но это для таких, чтобы не было. На самом деле, помпа — это хедшот. Этот дробовик против сквадов и толпы людей. То есть, ну, на мой взгляд. То есть, мне нравятся дробовики, которые очень быстро стреляют. Я забыл, как они точно называются, напомни мне. Блять, вот этот вот фиолетовый дробовик, который тоже бывает и оранжевым, то есть, лучшее качество. Ну, как-то так, но я все-таки стараюсь его брать против сквадов, на самом деле, когда играю. Когда играю в соло, лучше пампа, наверное, потому что помпой можно сразу в хэт на большую дистанцию. Кстати, средние дистанции с пампы охуенно работают, можно голову расшибать. Но это мое личное мнение, как бы, мне очень нравится. Вот, но так как я новичок и играю довольно плохо, поэтому можешь меня вообще не слушать, как бы. Я отец, но отец... Сусец. Фу, блядь, чё пизданул. Ну, как тебе сказать, а? Сейчас. Как тебе сказать? Вот, то есть... Ситуативно поиграем. Вот. Еще и редактирование, блядь, построек. Нет, совсем ебанутый. Я решил играть без редактирования построек. Значит, вообще задача моей серии сегодняшней, да, и моего вот этого вот приключения, сегодня найти Таноса, пиздануть его тигриным львом и стать Таносом. Все, в принципе, довольно просто. Но на начальном этапе, как я уже сказал, не стоит его убивать. Поэтому мы сейчас дождемся. Он уже 15 в живых. В принципе, все довольно близко, быстро и интересно. Мне нравится то, что эти катки довольно быстрые. Потому что, ну, по времени они реально занимают мало. Зона идет быстро. Я обожаю такие голодные игры. Это динамика, это интерес. Это охуенно, это нравится, это классно, это красиво, хорошо. Вот мое мнение. Кстати, как у тебя дела сегодня? Что делаешь? Рассказывай. Что нового интересного? Что там вообще происходит? Шашлычки и хуечки там? Или что делать? Что кушаешь? А то постоянно все жрут на моих видео, понимаешь? И я иногда вот сижу, ничего не кушал, например, голоден. Вот, захожу почитать комментарии. И все что-то жрут, блядь. Вот постоянно все что-то жрут, либо что-то пьют. Не, я сам люблю, знаешь, там, попкорн пожевать, когда фильм смотришь, там, и так далее. А у меня прям, блядь, там блюда у всех такие, знаешь, разношерстные такие, разносортные. То есть в огромном количестве, разные, красивые, вкусные, блядь, интересные. Просто ужас какой-то, мне аж слюни текут, когда я читаю комментарии, блядь. Вот, так что рассказывай, что жрешь, что кушаешь, точнее. Мы не жрем, мы кушаем, естественно. Так, значит, здесь были тигриные львы. Надо вычислить ситуацию.
Надо вычислить ситуацию. Обоссаться б нам, обоссаться б нам. Блять, извините, пожалуйста. Так было задумано. Застроим здесь все нахуй. Блять, редактировать я не могу. Нихуя себе, это я все построил. Спасибо большое, игра. Спасибо. Видишь, как я строюсь охуенно, блять. Интересная ситуация. Мочальчик здесь. Понимаешь, петушок здесь. Петушок. Золотой гребень. Он здесь взял перчатку. Смотри, там сколько. Опа. А там индеец. Так, хорошо, ладно. Давай посмотрим, будет ли он индейца пиздить. Главное, чтобы он меня не заметил. Сейчас уже нужно будет допиздить Таноса. Короче, задача сейчас добить его. Пускай ему хп сейчас снимают, броню снимают. Сейчас он индейцика убьет там. Ой, лазером там прожигает, блядь. Куда? Блядь, не попал. Ой, им пизды там вставляются. Давай, Танос, хуярик, хуярик. Потом ты мне достанешься, блядь. Давай, давай, убивай их, наслаждайся, пока можешь, петушок, блядь. Я тебя выслеживаю, я тигриный лев. А ты газель, понимаешь? Опа, опа. Не-не-не-не-не, меня здесь нет. Иди-ка ты-ка нахуй. Меня здесь нет. Нету. Нету тут никого, нету. Нету. Нет. Здесь никого нет. Лети, только недалеко, чтобы я тебе пизды лечь успел. Нету. До сих пор ищет кого-то здесь, понимаешь? Так, он в зону пошел. Все, пора. Его пиздят. В него стреляют. Пора, блядь! Пора, спокойно. Я контролирую ситуацию. Я строитель Майнкрафтер охуенный. Давай. Так, он отпиздил там пиздюка. Блядь, ну у него 300 брони, 220. В принципе, можно снять с оранжевой хуйни. Бля... О! Мой шанс! Пора! Пора! Очень мало хп, бронька быстро снимается! Тебя я ждал, пидор вонючий! В тебя я верил и просил! Ваншот! Прошу! Прошу, сука! Взлетай! Пошел нахуй! Хорошо, эпично! Охуенно! Охуенно! Танос, кстати, бог, а не титан! И это я, блядь, Халк! Крушить, блядь! Да. Но это я подъебнул так. На самом деле Танос Титан, все это знают. Но для меня он бог, потому что я ебеню, смотри. Смотри, я хочу лазер на ком-нибудь попробовать. Хочу лазер. Все, им пизда, это топ-1. Все, они никак не смогут убить меня. Вот что бы они не хотели сделать. Все, им пизда, все бойтесь. Бегите, блядь! Бегите! Ах ты, сука! Вот на тебе-то я... Лазер и проверю, блядь. Давай, выебывайся. Но недолго ты будешь выявленным. О, интересное слово. Так, хорошо. Где там последний? Где ты? Где ты, пиздюк? Извините, пожалуйста, это было неловко, неловко. Я должен был эпично приземлиться, охуенно там с ударом по земле, а тут скатился немножко. Вот. Ладно, прыгаем. Где пиздюк-то? Чё, боится, что ли? Испугался? Да ну нахуй. Ты не бойся, маленький пиздюк. Я лечу за тобою, лю-лю-лю. Ты видишь, отохотились мы. Тигриный лев. 1 000 000 лайков достойно, смотри-ка. Где он прячется-то нахуй? Чё-то мне это уже, блядь, не нравится. Это уже не весело. Выходи, нахуй. Выходи, маленький. Блядь. Где он? Какого хуя вообще? Короче, нахуй. Он что решил, блядь, меня и измором взять? Ты где, блядь? Петушня! Петушня! Что-то меня это подзаебало уже, понимаешь? Дай попкорн поедим. Выходи! Ты где? Заебал прятаться! Это победа стопудово, бро. Эй, и мы с тобой качнем ебло. Оу, чувак, откис от зоны. Охуенный Танос, незаконно.
Охуенно нравится. Спасибо тебе, братишка, за лайк. Увидимся.